Как твои дела, Пинки? Спасибо, прекрасно. Есть ленточки? Еще бы. Намечается большая вечеринка? Спрашиваешь. Сегодня дел немало, времени в обрез. Ты минутки ни одной не упускай, чтобы всюду в пони вили, говорили там и здесь. Мы все идем на вечеринку к Пинки Пай. Чудесный праздник сделала для первенцев она. Как весело мы деткам выбирали имена. Мне тоже вечеринку проводила Пинки Пай. Может подтвердить отец, Пинки выдержала тест. И все прошло неплохо, Пинки, продолжай. Спасибо, наверное. Какие краски нужны? Все цвета радуги. Кисточки тоже? Да, пожалуйста. А у меня что возьмешь? Самый большой плакат. Эта вечеринка будет лучшей. Даже не сомневаюсь. Каждый новый день поможет что-нибудь придумать. В каждом новом дне найдется время для чудес. А сделать нас счастливыми умеет Пинки Пай. Друзей на вечеринку смело приглашай. И как она это делает? О, посмотрите на нее. О, это будет здорово. Давай, Пинки, давай. И второй такой на свете не может просто быть. Смешной, смешной такой. Какой, возможно, нам ее заметить.